Он начинается. А тебе видно всю дорогу, Андрюх? Нет, не все. Он только между Томасом и водителем. Ты не произноси его имя, а то он понимает, что мы о нем говорим. Ну и что, о чем ты? Не, ну мы говорим о ржом. Он думает, что мы на ней гломимся. Мы вообще над китайцем. Ты ему это объясни. Да он привык. Все над ним ржут? Да не, ну что русским дать? Чтобы отмороженные. Хотя эта губкомпания вообще забавная. Таких еще не приезжал. Вот этот же мега обгон не получился. А надо бы. Надо было. Отличный был бы сюжет. Закрытый поворот, ничего не видно. Сплошная линия. Всем фиолетово. Вот этот жук хотят уже давно обогнать, но никак не появляется никакого опасного поворота, чтобы можно было обогнать. Все время что-то дорога прямая. Где же закрытый поворот? Вот, самое время идти на обгон. Самое время идти на обгон. О, вот это туннель, ничего страшного. Полиция. Тоже можно обгонять. Вот, это пример, эталон обгона. Местными блюстителями порядка. Дальний свет в туннеле — это норма. Потому что нихера не видно. А посмотреть хочется. Да, посмотреть очень хочется. Он настолько узкие глаза, что нужен дальняк. Вот там спереди какое-то скопление автомобилей. Сейчас мы их будем по-модному гонять. И не будет. А чуваки остановились, так пульть. Нет, воткнулись. Да, о, точно. Авария, не верю своим глазам. Это здесь уникальный случай, здесь они бьются. При всем своем идиотизме аварий здесь практически нет. Мотоциклист убийца. Самое главное — добраться до нерегулируемого перекрестка. Живых. Да, живых. Там будет вообще обосраться. То, что происходит на трассе, это так. Прикольно, но мы к этому уже привыкли. Мы даже не беспокоимся. Это хуйня. Отсутствие разметки никому не мешает абсолютно. Христос да не помогает. В принципе, она не нужна здесь. О, гаишник. Менты используют мигалку, чтобы просто им в лоб никто не ел. Ёб твою мать, ну уйдет куда-нибудь. Это где заканчивается дорога, начинается Китай. Вот этот полицейский тут стоит. Что он здесь делает? Вчера вот этого всего, вот гравия с правой стороны, который есть, готовый, не было. Китайцы за один день зашаманили вот эту вот бежку. Нереального протяженности. И ни один китаец не едет по свежепостельному гравию. Судя по всему, они даже не думают, что там можно ехать и что там колбасит меньше. Вот чудесные трехколесные транспортные средства. Но это еще масенькие совсем трехколесные. Здесь японистического размера. Вообще отмороженными наглухо водителями. Двойная сплошная. Да, мы как раз едем по ней. Здесь обгон запрещен через 92 сплошные. Вон, чувак едет нам навстречу, другой разворачивается. Один. Ну, все происходит нормально, по нормальной схеме. Все едут куда хотят. Очень удобно. Чуваки на скутере могут подрезать внедорожник. Люди без эмоций. Никогда не парятся. Сейчас будет веселье, полный дом. Ой, так они зачем вам подпалили? На машину вторая, мы как зачет. Ой, блядь. Кто кого? Мы чемпионы всех парили. Водитель еще ни на кого не матерился. Удивительно вообще. За неделю причем. Вообще, да. Все сидят как удавы. Трахаются. За неделю как... этого года и за 5 дней прошлого года ни одного еще не было. Да, не матерятся. Вообще никаких эмоций нет. Они трахаются постоянно.
не могут, наверное, материться. У них нету злости. У них все злость высасывают. Хуни у них все высасывают. Опа! Вот о, это была уже аварийная ситуация. Это потому, что он не погудел. Да. Он... Это он был бы виноват в случае чего. Да, вон, его чуть второй Вася не с драконом. Они все равно не смотрят, им похер. Они едут только по звуку. Они как кроты. Перед тоннелем надо вспснуть. А то в тоннеле получится только обгадиться. Понеслась. Вы думаете, что сзади едет ребенок? Сзади едет не ребенок, это едет полноценная тетенька. Вот, вот это по-нашенски. Чувак с дальником сразу видно правильно просто. Мы тоже, наверное, включили дальняк. Не включили, не увидели. Мы его хоть раз заебали с дальним светом. Он больше не включает. Просто вот свет в конце туннеля. Вот эта полицейская машина стоит здесь всегда. Этот наш супер модный отель, а вон этот Мавр. Сейчас будет лыбиться и не хавать. А, он будет говорить хеллоу, а мы сейчас ему скажем здорово.